22 января 1883 года на Алексеевскую площадь под высокие окна окружного суда, казалось, сходилась и съезжалась вся Самара. А за деревянным барьером, отделявшим преступника от публики, на скамье подсудимых сидел всесильный предводитель дворянства Самарского уезда, граф Николай Александрович Толстой, обвинявшийся в покушении на убийство земского служащего Алексея Бастрома. Поговорим о дуэлях на Самарской земле. Возвращаемся в позапрошлое столетие. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».